Так, мы искали уток, мы нашли. К сожалению, она не живая. Там еще есть птица. Что это? Очень трагично. Это не то, что печально, это трагедия. Еще мы нашли, обнаружили какую-то птицу. Да, это утки. Это вдруг грязь, вон, да, еще, да, одна. Да, вон еще одна. Третья уже. Третья утка, четвертая птица за сегодня. Понимаем, что может быть в камышах. Озеро соленое. 12 апреля 2020 года. Примерно 9 часов 25 минут утра. Мы двигаемся, пробираемся через вот это вот безобразие. О, живые утки, слава богу. Ну, хоть что-то. Ну, скоро поднимется на поверхность карась. Вот этим вот маслом забьются его жабры. И он будет здесь в изобилии на поверхности. Конечно же, не живой. Сказать, болтаться на поверхности воды. Данные материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру. Также будут переданы в Амурскую бассейновую прокуратуру. В принципе, это одно и то же, но все-таки. Думаю, дойдет это все дело до Генеральной прокуратуры. Да, за данное безобразие кто-то должен нести ответственность. А самое главное, вот эти вот катастрофические последствия должны быть устранены. И устранены не так вот, кое-как, одним экскаватором, двумя машинками и каким-то там вакуумкой в одном количестве. Здесь надо это все увеличить раз в 10. Я хочу обратиться к руководителям градообразующих предприятий. Переговорите со своими акционерами, донесите до них о этой катастрофе экологической в нашем городе, о масштабах бедствия. Создайте штаб.